А вот и я на месте. Приступим. Приветик. Я тебя уже дождалась, Юки. Ух ты, какая красотка. Вот этой красотке должны быть красивые трусики. Здравствуй. А ты милый в повседневной одежде? Что? Нет, ничего. А ты, ну что, сможешь починить вот магнитофон? Я уже подготовил отвертку. Он сломался. Правда, не знаю почему. И... Ха, давай я посижу в сторонке. Лучше не трогать чужие вещи. Окей. Так, отверточку. Мы возьмем. Самые глубокие места, да? Говоришь. Ну и починить магнитофон тоже. Ну и вот купальник висит на виду. Кондиционер почему-то не работает, хотя здесь душновато. Слушай, так жарковато, можешь включить кондиционер? Ах, да, конечно. Так, хорошо. Так гораздо лучше. Попроситься? Да, конечно. Так, надо руки помыть. Да, трусики нужно будет чистыми руками. Только трогать. Вау, может там кружится симпатичный трусик. Как же мне их достать? Нужно, наверное, выключить. Ведро желтое. Интересно, для чего оно используется? Ведро желтое. Ведро желтое. А что здесь у нас? О, сколько же здесь химии? Кажется, мне плохо. Давайте правую. Ого, а чего же могу эти вилки? Может быть, я смогу выключить стиральную машинку? Кажется, я выдернул нужный кабель. И это отлично. Повезло. Так, там же полно воды. Почему она не уходит? Нет. Может, ведро? Похоже, я понимаю, зачем здесь ведро. Фух, я смог. Осталось только достать трусики. Так, достали. Вот они. Как это мило. Все за грязь, вроде бы девушка не грязнули. А я неплох. Так, что здесь у нас? Нами? Это порошок, даже, похоже, для ванной. Чистый, ничем не пахнет. Ой, помою-ка еще раз. Мои руки чище некуда, теперь я смогу попасть даже в самые запретные зоны. Влажные полотенчики сушатся. Прекрасный аромат. Окно? Это второй этаж. Никто здесь ничего не увидит. Кажется, мне что-то есть блестящее. Даже мои длинные пальцы не смогут дотянуться. Делать. А что может дотянуться? Здесь нету ничего. Так, уходим сюда. О, ты так быстро? Ага, я готов. Так. Солнышко в руках и венок. Ты хочешь пить? Не откажусь. Вот, это специально для тебя. Спасибо. Сейчас починю видак, то сразу уйду домой. Починю потом. Философия весьма неожиданна для спортивной девушки. Как класть печь? Что здесь вообще происходит? Книжки по английскому языку? Что это? Ого, она читает книги на английском. Книги по математике? Фу. История. Вот это я люблю. О да, все-таки читает мангу. Сейчас я не могу посмотреть, что там внутри. Лучше не трогать чужие вещи. Теперь теплая погодка, поэтому все идем купаться. Ну, дальше. Я трогал мои трусики. Ах ты свинья, как я могу у тебя... Упс. Позволь спросить, зачем ты переключаешь каналы?
Это диагностика неполадок системы. Да. Ну ладно. Мужик делает. А ты молчи, женщина. Солнышко в руках опять. Он смотрит. Я не могу подойти бы туда. Так. Сегодня в центре города спас мужчина. Слушай, а ты как начал заниматься? Ну, чини технику у девушек. Ну, все просто. Я люблю этим заниматься. Я не знаю, почему. Как легко на душе становится. Ну, раз так, то почини скорее, хе. Только купил кассет с недавно вышедшим аниме. Это несносные инопланетяне. О, это же... Да, это самые девушки-пришельцы с рожками, для которых... До которых главный герой должен успеть дотронуться за одну неделю. Именно так. Ну-ка продолжим. Ты тоже любишь аниме? Ты Атако? Ха, даже... да нет же, я увлекаюсь разными вещами. Аниме это просто приятное времяпровождение. Так, так, предложить посмотреть аниме вместе. Ну тогда после ремонта можно будет засесть и посмотреть. Я смогу что-нибудь приготовить поесть. Если ты не... Я не против, и с удовольствием. Так, и вы знали, что стиральные порошки неэффективны? Ой, точно, я забыл кое-что сделать. Я иду на пару минут. Давай. Он случайно открылся. Даже это даже не больше запрет твоих желаний. Английский язык, математика, философия, старим. Это может зацепкой быть. Черт, закрыть. А, повернуть винтик. Налево? Налево? Так. Так. Готово, отлично. Ха, я уже закончила. Вау, ты уже сделал? Какой молодец. Что это? Ого, да читает книги на английском. Так. Ага. Так и да, у тебя какая-нибудь есть? Овощи, фрукты. А, да, я как раз перед этим купила немного. Отлично. Ну, держись, мастер на все руки рвется в бой. Вперед! Так, готовим что-то. О, ты действительно вкусно готовишь. Но если честно, по тебе и не скажешь. Хотя ты милый. Ты уже говорила, я умею все. Прям все-все. Прям все-все-все. Ты хороший друг. Ты мне нравишься. Ты мне... Смотри-смотри, сейчас будет тот самый романтический момент. Поцелуй. Можешь повторим? Харука раз за разом нажимал на кнопку «Позвонить». Но только с пятого раза я ответил для него голос. Алло? Хироши, имя слетело с языка так, как лепестки падают с сакуры. Ты же вернулся 3 недели назад. Твоя сестра сказала, почему до сих пор не звонит? Ну, Хорука, могла бы сама догадаться. Девушка плотнее сжала телефон. Как же твой цветок? Ты же просил позаботиться о нем, пока будешь в отъезде. Да забей, оставь себе, ответил Хироши. Ему явно хотелось побыстрее закончить разговор. И ты не собирался даже говорить мне, что между нами все кончено. Решил просто забыть обо всем, о нас, как будто ничего не было. Я просто надеялся, что ты достаточно умная, чтобы понять это, Харука. В голосе парня появились сердитые нотки. Но пока. Услышав гудки, Харука отбросила телефон и несколько минут сидела, просто глядя в цветок в горшке, стоящий перед ее глазами. Все эти дни она исправно плевала его и любовалась им почти каждый день, но теперь ей хотелось выбросить горшок вместе с этим растением. «Но ведь цветок не виноват», — вслух сказала девушка.
Прошло 3 дня. Иногда Харуко вспоминает о цветке, но эти мысли были ей неприятны, ведь вслед за ними приходили мысли ее Хироши и его поступки. И она просто забыла о нем, хотя цветок стоял в ванной и почти маячил перед глазами. Но оказалось, что забывая о чем-то важном, так просто. Только так Харуко смогла немного понять Хироши. Сцена Харуко Амаикава. Ну вот это мы не открыли, получается. Ну-ка, попробуем. Грубиян. Так, счастье рядом. Это мы сделали. И говорим, так, тормознутый. Не смог. Темнота. Трусики, так. Стул убийца 2. Ага, заботливый. Тормознутый. Грубиян. Давайте там попробуем еще какие-то моменты. Вот я на месте. Так, приступим. Да-да-да, хорошо. Здравствуй. Да, ты милая. Я помою руки. Конечно, вот та дверь. Так, надо добиться того, чтобы... Так, там трусики, да? Так, мы это открываем. Это убираем. Так, это мы убираем, выключаем. Так, растение. Неизвестный вид. Необычно для похожего желтоватый. Даже не поливали. Так, это сцена, да, новая. Мне сюда не так. Похоже, теперь понимать еще ведро. Сделал. Ну ладно, я смог. Осталось только достать трусики. Ладно, достанем это. Но здесь мы возьмем нами. Это ванны. Да, и мы сами бультахнемся туда. Ах ты извращенец, я же сказал, что там лежало и не смыло воду. Воспользовался моментом. Вы ушли под воду. Ладно. Так, ну вот на месте. Так, приступим. Да, дождались. Здравствуй. Да, милый. И... Так, ладно. Сцена для тебя, хорошо. Сесть на стул? Да. Ух, 2 минутки. Нет, красивый стол он держит, странный ты. Нет, пока что еще сесть на стул, да. Ух, сейчас 2 минутки. Ты устал подниматься? Да, да нет, просто увидел. Странный ты. Ладно. Да, конечно. Так, руки мы помоем, ладно. Нет. Так, мы откроем. Вот. Так, хорошо. Он заметил. Это мы убираем. Закрываем. Похоже, там полно... Почему не уходит? Да, откроем. О, боги, это же плохо. Какого хрена происходит? Так, трусики достал. А вот они. Так. А как ты его брать можешь, да? Я сделаю... Что? А может и помою? А вот уже получше. Ой, что это? Какие-то числа? Может, чей-то номер квартиры? Интересно. Ну, теперь мне уже не зачем. Теперь пока пора остановиться. Так, полотенчики. Так, это свет. Сколько же химии? Кажется, неплохо. Надо помыть. Так, что здесь у нас? Влажные полотенечки сушатся. Прекрасный аромат. Так, нами для ванной. Чисто и ничем не пахнет. Окно. Это второй этаж, никто ничего не видит. Так, хорошо. Кажется, там что-то есть блестящее.
Даже мои длинные пальцы не могут дотронуться. Так. Так, мы вышли отсюда. О, ты так быстро? Ага, я готов. Так, это все мы пересматриваем. Мангу читает, да. Горячо. Там погода. Трусики, да. Переключить канал. Так. Диагностика. Хорошо. Ладно. Там. Ага. Так, это сейчас. Угу. Хорошо. Попробуем так. Продолжим про аниме. Намекнуть. Раз ты же одна? Махнул головой в сторону кровати. А, нет. Я просто люблю спать повыше. Странно, да? Скорее, даже романтично, ближе к небу. К звездам. А, отчасти верно. Ты меня понимаешь. Я просто взяла и купила себе такую кровать. Она дешевая. Ладно, что там получается у тебя? Ну да. Переключить. Так. Угу, давай. Так, что это? Так, потоп. Все-таки помог ей убрать воду. Все обошлось.